Всем привет! Я сегодня на завтрак решил приготовить творожную запеканку. Посмотрим, что у нас получится. Так, для этого я беру, все это разгребаю и так, значит, одно яйцо. Пару ложек сахара. Так, на свое усмотрение, у меня небольшая будет, поэтому немного кладу. Немного взбиваю яйцо, выкладываю творог. У меня здесь 125 грамм творога, по-моему, так. И немножко творога, немного, поэтому я еще добавляю йогурт. Тоже 125 грамм йогурта. Добавляю ванильного экстракта и добавляю овсяные хлопья. Обычно я кладу где-то 4, максимум 5 ложек. Для пышности можно добавить ложечку муки. Теперь немного разрыхлителя, где-то чайную ложку. И добавляю изюм. Так, берем форму. Смазываем ее маслом. Сливочным маслом немножко дно смазываем и стенки. И выкладываем нашу массу. И выкладываем тесто в форму. У меня тут есть несколько орешков, можно украсить орешками. Грецкие орехи. На свое усмотрение можно добавить кунжутные семечки. Сегодня решил орешками. И отправляем в духовку минут на 20-25, 180 градусов. Вот такая у меня получилась запеканка. Сейчас немножко остынет, я ее достану и сядем пить чай. Давайте попробуем чуть-чуть украсить сахарной пудрой. Ну что, садимся пить чай, а на этом всем пока, заходите ко мне еще.